находимся на дне рождения ресторана «Карлосон», где вы сможете увидеть все самое интересное, где только самый настоящий итальянский шеф-повар. Напролет сменяют ночи, куда ведут эти дороги, не знаю точно. День за днем в суете безумных мыслей. Где она, где я, где мы с ней? Это как выстрел в мою голову. Все мое с тобой делю поровну. Ты моя, теперь мне не все равно, если кто-то посмотрит в твою сторону. Моя жизнь погоня, как поле боя. Но теперь нас двое, и я многое понял. Я тебя недостоин, ты многого стоишь. Но если я падаю, ты меня ловишь. Я готов меняться, только дай время. Мне уже не избежать твоего плена. Сквозь бури и грозы, и все проблемы. Мы будем вместе, только верь мне. Отпусти меня, я умоляю. Ведь я уже другая, и пропасть между нами. Здесь разошлись пути. Спасибо вам за прекрасное выступление. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать в день рождения ресторана? Мне было приятно здесь выступать. Я не первый раз в этом заведении. Часто посещал разные презентации здесь многих коллег, товарищей. Здесь прикольное место. Я могу пожелать только одного. Дальше оставаться в тренде, можно сказать так. Быть всегда на уровне и радовать гостей. Пожелали в день рождения ресторана? В день рождения ресторана я желаю процветания, добра, такое же количество гостей ежедневно, чтобы бронь была надолго-надолго вперед. И, конечно, улыбок. Улыбок, радости и счастья. Спасибо. Прекрасный день, и пусть вся та энергия, которая здесь образуется сегодня, будет в ресторане в течение всех. Спасибо. Скажите, что вас сюда привело в таком прекрасном положении? Сегодня был очень хороший концерт у Жиган, мой друг, и поэтому я приехала сюда. Что бы вы хотели пожелать этому ресторану в его день рождения? Все хорошее, и много-много жизни, и ресторан, не знаю, что я сказала. Спасибо. Здравствуйте! Сегодня день рождения вашего ресторана. Нам здесь очень нравится. Спасибо за приглашение. Энергетика очень хорошая. Люди все, видно, что позитивные. Расскажите поподробнее об этом ресторане. Ресторан «Карлсон» – это как мужчина в полном расцвете сил. Сейчас раз за очень широкую аудиторию. Мы встречаем здесь как взрослых, так и маленьких посетителей. Мы сами веселый детский ресторан, у котором меню даже для взрослых, которые могут кушать дети. Встречаем всех желающих на свет, все генерации, всех их настроения. Это место, где можно встретиться даже утром, потому что здесь потрясающий свет всегда, где можно завтракать, ужинать и обедать.
А вот скажите, вот во многих ресторанах есть какие-то свои фирменные блюда, какие-то фирменные десерты. Что конкретно в вашем ресторане есть такого особенного, ради чего стоит посетить его? Наши фирменные блюда, скажем так, мы их называем народные. У нас гороховый суп, который пользуется потрясающей популярностью, потому что он знакомый всем по названию, но мы осовременили этот вкус и поднесли его на крышу, после которой можно только полететь в небеса. Спасибо. Итак, наш вечер подошел к концу. Атмосфера в ресторане была прекрасной. Вступление Джигана было потрясающим. С вами был Rich Club. Оставайтесь с нами.